британский рок-коллектив в качестве музыкального оформления для своего произвольного танца, но только это не Muse, это Coldplay. Это другая группа. Близко нам по душе. Мешать не будем. Сколько лет Марина уже с ними, и каждый год надо придумывать, и надо работать, и каждый год они не то, они становятся лучше, но они не становятся вообще хуже, они такие, они так катаются. Знаете, что если вот здесь даже микрофоны поставить,
А так делалось раньше. По углам стояли микрофоны. Ну, естественно. Вот, и мы прям на льду. И мы сразу слышали, кто как катается. То вот от них мы бы не услышали ничего. Потому что они катаются исключительно тихо. Да, может быть, у них нет какой-то страсти, потому что брат, сестра, нет какой-то, так сказать, такой прекрасной любви, каких-то взаимоотношений. Но есть такие чистые, прекрасные взаимоотношения партнеров. Это ведь тоже очень, очень важно. Вот. И они танцуют музыку. И вот в этой музыке, тем более в современной музыке, современное состояние, так сказать, даже двух любящих людей, оно немножко другое. Вот. И они просто ее танцуют изумительно. Ну, хороши, что тут говорить, хороши, да. Делают очень много вот новых элементов, да, Марина, всегда. Я всегда люблю смотреть Маринины дорожки и смотреть Маринины твизлы, потому что она обязательно в них что-то придумает. Вот это тоже поддержка, да? А Синицын с Косолапым будут делать так же ее, только он будет еще на одной ноге вращаться. Дальше пойдут, да, получается? Ну да. Положение партнера. Видите, они как бы сделали три твизла, хотя оцениваются только два. А после еще третьего еще парочку оборотов прицепили. То есть показывают, что они днем и ночью могут это делать. И когда на них смотришь, ты забываешь совершенно про все. Потому что они настолько тебя вот, начинают в этой люльке качать, да? В той, которая вот идет музыка. Ты абсолютно с ними укачиваешься, ты никуда больше не смотришь, как завороженная смотришь на них и воспринимаешь все, что они тебе дают, и понимаешь, какое это высочайшее мастерство. Ну и баллы тоже высочайшие, под 112 баллов за свой произвольный прокат получают Майя и Алекс Шибутани. Выходит на уверенное первое место по сумме почти 190 баллов. Они да, не просто. Не просто они много лет бронзовые, всегда в очень тяжелой борьбе, всегда без единой ошибки. Я была много раз у Марины.